Καλώ τον κύριο Λεωνίδ Νόβοκ Βασίλεβιτς, ιδρυτή και πρίτανη της Ακαδημίας, καθηγητή και μέλος της Ρωσικής και Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών, διδάκτορα ψυχολογίας και οικονομικών επιστημών και καθηγητή ιστορίας και κοινωνικών επιστημών, να πάρει το λόγο. Добрый вечер, уважаемые друзья. Мне очень приятно, что мы в этом году уже второй раз находимся в Греции. И по очень важным событиям. Академия ноосферного образования создана более 6 лет тому назад. Я 45 лет занимаюсь наукой и образованием. Мы в Академии объединили свыше 700 докторов наук, около 5000 кандидатов наук. И сейчас ведем направление по 35 разным связям, то есть разным направлениям деятельности Академии. У нас создан и действует Центр инновационной медицины, в котором работает 27 докторов медицинских наук. Мы сотрудничаем с высшими учебными заведениями, которые готовят медицинские кадры, с больницами, где работает около 8000 сотрудников, где 27 кафедр, это больница имени Боткина в городе. Ознакомившись с трудами доктора психологии, профессора Георгия Пасхалидиса, мы приняли решение и присвоили ему ученое звание доктора наук, который он успешно защитил, написал докторскую. И сейчас избрали профессором. Также доктор психологии, профессор Георгий Пасхалидис назначен ректором Академии ноосферного образования в Греции и в Европе. Да. Мы очень рады постоянно общением с вами и сегодня услышали много добрых, теплых слов от практических врачей. И нам очень важно было слышать, что учение доктора психологии профессора Пасхалидиса впереди на белом коне. И что его разработки помогали и помогают людям. И вы их используете в практической своей работе. При вашей активной поддержке позвольте мне вручить диплом в виде решения ученого совета Академии ноосферного образования и аттестат профессора, профессору, доктору Пасхалидису. Почему мы вручили 3 диплома? Это на 3 языках. Русском, греческом и английском. Также позвольте мне, Юрием Тарасовым, на профессора Георгия Пасхалидиса одеть мантию профессора.